Искру загадал. И как раз я уже тогда был более, ну, там, мне было лет 25, такой, я уже, наверное, начало сознательного возраста. Подумал, вот интересно, правду говорят, что мы сами создаем свою реальность, я уже тогда это знал. И вот и посмотрим, если чего-то хотеть, получится или нет. И начал вот так вот просто прорабатывать материал, просто досконально. И та же тема, как и с немецким языком. Кстати, я забыл сказать, что я практиковал с немецким языком эксперимент по прослушиванию немецких самоучителей во время сна. Ты ложишься спать и включаешь кассету на авторидерс. Утром просыпаешься, она все еще играет.